Находимся в аэропорту Башковский. Сейчас вот прилетела группа ребят по программе IFF. Ну, то есть, как бы, сейчас вот их встречу и отвезу там, где они могут искупаться, принять душ. Аэропорт достаточно крупный, то есть, он принимает и международные рейсы. Кстати, есть прямой рейс с Киргизии здесь сейчас. Из Москвы тоже очень много рейсов, то есть, порядка 7 рейсов в день. Да, курс IFF – это курс, который рассчитан на 2-3 недели. Он включает в себя прыжки, а также теоретические занятия, теоретическую подготовку. Да. После окончания курса парашютист получает полный пакет документов на английском языке. Все, что ему понадобится для поездки в США. Мы находимся сейчас в месте, куда я привожу ребят, которые прилетают в Краснодар обучаться по программе IFF. Это место удобно тем, что оно находится буквально в 10 минутах от аэропорта. Здесь гостеприимные хозяева, Саша и Яна, они здесь можно принять душ, покушать, есть кухня, есть где разместиться. Ну, то есть, как бы, очень удобно. И, что хорошо, здесь можно без пробок доехать по объездной трассе до дроп-зоны, ну, примерно 40 минут. Всем привет, это Евгений, компания «Атлант». Сейчас я приехал на аэродром в поселке НМ. Это там, где непосредственно осуществляются прыжки по программе IFF. Вот сейчас я нахожусь на парковке и сейчас пойду и сделаю небольшую экскурсию по инфраструктурным объектам, которые находятся на дроп-зоне. Вот парашютисты возвращаются после прыжка. Сейчас мы подошли там, где находится что-то типа мини-гостиницы, вот в этих вот домиках, вагончиках. Ребята смогут проживать. Проживание здесь недорогое, порядка 600 рублей в сутки. А также тут недалеко, буквально в 2 километрах, находится поселок НМ. А там тоже есть гостиница, либо можно найти жилье участок. Здесь преимущество то, что сама дроп-зона находится непосредственно в 50 метрах. Вот прямо стоянка для автомобилей, вот сюда вот. Мы подъезжаем с ребятами и дальше уже.